Вы знаете, уже неформально хотел бы два слова добавить из того, что министр говорил, и то, что я сказал вот в своем вступительном слове, имея в виду, сейчас все это обсуждают, и, конечно, в вооруженных силах это обсуждается в первую очередь, наши документы, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству Соединенных Штатов и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Вот мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Еще раз напоминаю, хочу напомнить еще раз. Вот все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и нужным для обеспечения безопасности России и ее граждан. Вам большое спасибо, с наступающим Новым годом.